Ghișeul unic din municipiul Bălți are un nou sediu. Chiar dacă autoritățile locale au procurat mobilier nou și au instalat un terminal care oferă bălțenilor posibilitatea să-și ia câte un bilețel numerotat pentru a beneficia de serviciul solicitat, de digitalizare nici vorbă. Oamenii în continuare vor fi nevoiți să vină fizic la ghișeu pentru a depune solicitări sau pentru a obține actele necesare. Предыдущее окно, оно было, во-первых, маленького размера. Там не соблюдалось, наверное, не санитарные нормы. И оно было неудобное для людей. Приобрели новую мебель, новую технику и обучили специалистов и увеличили спектр специалистов, где сегодня сидит вместо одного специалиста, 2-3 специалиста. Программа эта государственная должна быть. Мы хотим это сделать, конечно, мобильным, информационным, чтобы человек, находящийся в квартире, мог заказать любую справку, чтобы не идти сегодня в здание примарии и получать данный документ. Но над этим все сегодня работают. Это серьезная программа, это программа на уровне, я считаю, государства, потому что она очень дорогостоящая программа. Бălțenii spun că era necesară o schimbare, pentru că anterior ghișeul unic ducea lipsă acută de specialiști și era foarte greu, mai ales pentru vârstnici, să obțină careva informații sau îndrumări. Есть люди, которые не могут ходить, трудно ходить. Так это удобно было бы. Если бы по телефону позвонить, спросить, то это было бы намного легче, конечно. Но у нас просто у нас нет интернета. А вот у людей, которые есть, так это очень удобно. Да. Я первый раз пока здесь, поэтому не могу судить. Но вот то, что сразу попало в окошко, которое вот меня вызвало по талончику, то это да, очень быстро было удобно. Если будет так же, то как бы было бы неплохо. Больше кабинетов, больше окон, чтобы не было народа. Тут было убийство, я знаю, постоянно. Вот это вот очень было. Вот здесь что убивались, стояли, дождь и снег, и все, то даже не хочется идти туда. Я вот я мам два ринку инжуар кладеря, скажем, когда мы шнагас. А что, да вар фи мульт май комод, ка унили сервичи, сун требуяск с вниз думя вастр физик, да сли резолвать ла телефон, сау прин алти методи. Ei, iar și ghinii, da, dacă nu, e că am blat două ori prin prejur și tot nu găsesc încă. Era foarte multă aglomerație, era foarte multă lume și era greu de pătruns încolo. Și întrebări, erau multe întrebări care noi poate că nici nu trebuie să stăm acolo. Accesul în noul ghișeu se face din partea parcării auto a primăriei. Ghișeul unic din Bălți activează începând cu ora 8 până la 17:00. Până la masă, cetățenii pot depune actele, iar după masă este perioada de eliberare a documentelor.